Надеюсь, я не заставил себя ждать. Видимо, вам с Алекс надо было многое наверстать. Да, и мы с этим справились. Пойдем, время не ждет. Смотри-ка, посты перед входом поставили. Не уверен, что нас пустят по-хорошему. Надо найти другой. Я видел тут вентиляционную шахту. Надо найти люк, проползти по трубе на ту сторону и открыть дверь. Я встану снаружи и буду тебя прикрывать. Тут дверь. Возможно, за ней вход в вентиляцию. Спасибо. Нифига себе! Мекиса Саи, Йогу Гарат Кембель. Фербак, Тонсио Апмуте! Спокойно. Эта штука связана с главным сервером. У меня есть идея. Тебе придется пострелять. Давай вы. Че тебе не... Это твоя последняя ошибка. Они опять выпускают демоны. Бей по воздухозаборникам. Им конец. Неплохо, неплохо. Так держать. Не забывай про турель. Стреляй в открытый воздуховод. Мне этого не хватало. Приятно работать с профессионалами. Да чтоб тебя. Охуевшие скоты. Вы расстреляли моих людей. Они могли бы жить, если бы не открыли огонь. Охуеть не встать. Соломон Рид. Не буду врать. Я по тебе не скучал. А ты? Ты стала вестницей смерти для мамы Брижит. Мне стоит ждать от тебя такой же вести? Не знаю. Я с тобой еще не знакома. У меня много имен. Уилки Лагер, слепой гнев киберпространства, заноза в жопе НСШ. Зови меня как хочешь. Ты забыл добавить убийца двух человек и трус. У нас к тебе деловое предложение. Когда одну из сторон загоняют в угол, это не переговоры. Это шантаж. Никто не спрашивал, что ты об этом думаешь. Будь добр, закрой рот и послушай, что мы тебе скажем. Нам нужна инфа, и мы думаем, что ты можешь ее найти. Я? Девочка, я слеп. Ничего не вижу, ничего не знаю. Живу только в киберпространстве. Нам как раз нужен тот, кто хорошо его знает и может найти там то, что мы ищем. Чем именно я должен вам помочь?
После крушения шаттла в сети напали на одну нетранершу, после чего связь с ней оборвалась. Надо ее найти. То есть вы ищете того, кто посмотрит сетевой трафик в день крушения? Она связалась со мной через неисправный биочип, который у меня в голове. Это как-то поможет? Не знаю. Надо посмотреть, что там у тебя за игрушка. Я на это не согласна. Смотри, или так, или никак. Последи за ним, Рид. Эй, я слепой, а не глухой. Посмотрим, что там у вас. Я вижу след. Вспышки данных в киберпространстве. Электронный след. Фу! Putain, man. This I do not believe. Вы совсем спятили тащить ко мне эту срань? Ты что-то увидел? Черный заслон. Завеса смерти. Давай конкретнее. Ты знала, что девочка подключалась к тебе через протокол черного заслона? Нет, не знала. Теперь знаешь. И какое значение это имеет для нас? Как простым смертным объяснить, у сети есть слои, между которыми можно перемещаться. Не стоит подходить только к одному, к черному заслону. Эта девочка, она как живая атомная бомба. Если она сделает бум, жопа настанет всем, каждому из нас. Миуануа, it is a dam that protects us. The civilized world from the strange bats of the cyber wilderness. Если ваша ходячая бомба сделает посреди дамбы дыру, нас всех просто смоет с карты, как Гаити. А ты не переигрываешь, чувак? Давай я тебе объясню. Ты можешь быть генералом полиции, главой корпорации, да хоть сраным президентом. To the AIs, past the black wall, you are no more than a cockroach, a rabbit, a fragment of outdated code with no meaning. Поэтому сетевой дозор обнуляет всех, кто хочет разрушить черный заслон. Это не шутки, друзья мои. Это вопрос всеобщей безопасности. Поэтому, друг, ты должен восстановить связь между Ви и этой девочкой. Ты совсем головой поехал. Ты теперь тоже часть этого безумия. Назад пути нет. Говну. Это не обсуждается. Мы должны найти ее. И вообще, ты же понимаешь, что теперь по ее следам легко вернуться к тебе. Пока она там. За тобой и твоими людьми может прийти кто угодно. От тебя требуется разобраться, замести следы и уничтожить все улики, которые указывают на тебя и на нас. Сделай это, и мы квиты. Фру наконец оставит тебя в покое. Как же мне повезло. Ну, поехали. Блин! Я теперь работаю с ним. И с Алекс. Я не ожидала его увидеть.
Но хорошо, что он с тобой. Я думала, мы тебя потеряли. Что случилось? Паук постарался. Меня чуть не захватило. Пришлось просить помощи. За черным заслоном. Кажется, это не совсем безопасно. Не совсем. Как видишь. Послушай, у меня мало времени. Люди Хансена засекли меня, когда я включила Химеру. Я попала в плен. Мне ничего не грозит, пока я делаю, как он говорит. Но мне нужна твоя помощь. Здесь... В смысле? Что здесь не так? Здесь что-то не так, девочка. Ох, грёбаный заслон. Чёрный сапфир. Пинь. У Хансена будет большой прием. Передай Риду, что вам надо туда попасть. Я вас найду. Если что, я не забыла, о чем мы договорили. Сука. С тобой все хорошо? Слушай, он, кажется, умер. Связь оборвалась. Еще бы. Его поджарило. Фигурист, он погиб из-за нас. Погиб и погиб. Больше ничего не скажешь? Он был ненормальным. Обнулил ни за что двух местных нетранеров. Этот кусок говна не заслуживает жалости. Не тупи, Ви, он бы так и так его убрал. Не оставлять же такого свидетеля. Ты выяснила, что с Сойкой? Связь вернулась. Мы поговорили. В целом все нормально. Она жива и здорова, но ей нужна помощь. Ладно, потом расскажешь. Надо выбираться отсюда. Не хватало еще, чтобы нас тут застали люди фигуриста. Хорошего дня, фигурист. Что тебе сказала Сойка? Вроде обрадовалась, что я работаю с тобой. Хорошо. Значит, она тебе доверяет. Что-нибудь еще? Сойке нужна помощь, Рид. Хансен схватил ее и зачем-то держит у себя. Паршиво. По правде говоря, хуже и быть не могло. Хансен устраивает большой прием в черном сапфире. Она попросила нас прийти. Ты знаешь, что это и где его искать? Вон там. Видишь небоскреб? Высокий рядом с тем, на котором большой экран. Это черный сапфир. Отель, который так и не достроили, несмотря на миллиардные инвестиции. Любимая крепость Курта Хансена в центре Доктауна. Нам туда путь закрыт. Те, у кого с этим проблем нет, тоже вряд ли согласятся сделать нам пригласительные. Нам с Алекс придется поднять старые контакты. Ты тоже подумай. Посмотри, кто может помочь. Может, вместе найдем кого-нибудь. Я знаю местного фиксера. Его зовут мистер Хэнс. Могу ему позвонить. Попробуй. Я на связи. Хэнс? Нужна помощь. Сразу к делу. Мне нравится. Мне нужно попасть на следующий прием в черном сапфире. Ты ходишь по лезвию ножа, Ви. Черный сапфир – одновременно крепость и тюрьма. Туда нельзя зайти без приглашения, как, например, в Кампеки Плаза. Наверняка есть какой-то способ. Что ж, тогда слушай. Приглашение я тебе не достану. Но, может, найдется что-то еще. Если ты готова за это на меня поработать. Репутация высоко ценится, но ее цену определяют другие люди. И она колеблется. Понимаешь? Хорошо, Хэнс. Считай, мы договорились. Вот и прекрасно. До новых встреч.
Эй, ты! У нас приличное заведение, так что веди себя прилично. Мы все видим. Да, Зайка, папа сейчас на работе. Прямо сейчас? Ага, я понял, мама не может тебе помочь, а с чем? Не огорчайся, я найду его, когда вернусь домой, хорошо? Договорились? Обещаю тебе, солнышко, и я тебя люблю. Извини, Кроха, папе надо работать. Ага. Кто это пожаловал? Ви, моя лучшая наемница. Как я рад. Благодаря тебе расклад сил в игре между мной и Хансеном выглядит совершенно иначе. Отличная работа, первоклассная. Вот уж чего я точно не ожидала. Так это личной встречи с тобой. Неуловимый мистер Хэнс решил выйти из тени. Ты не только спасла этих клоунов из полиции, но и вывела из игры акробата. Грамотная, профессиональная работа. Браво. Ты доказала, что тебе можно доверять. Поэтому я решил пожертвовать анонимностью ради личной встречи. В порядке исключения. Если бы на меня работало больше таких, как ты, со мной считались бы не только здесь. Доктаун, Пасифика, а остальное упало бы ко мне в карман уже само. От работы с профессионалами своего дела одни плюсы. Лучше расскажи про эти заказы. Как помогут тебе против Хансена? Если, к примеру, боксер не может отправить соперника в нокаут, он работает по корпусу. Он изматывает его, а потом ждет, пока он откроется, и наносит удар в челюсть. Я понимаю, что мои мотивы и устремления могут быть тебе неясны, но... Можешь мне поверить, итоги твоей работы столь значимы, что я смогу передвинуть несколько пешек и фигур на доске Доктауна. Шах и мат не заставят ждать. То есть ты хочешь освободить Доктаун от власти Хансена? Он влиятелен и алчен, к тому же умен. Одно из этих качеств я еще мог бы уважать. Вероятно, даже ценить. Но все вместе? Нет. Особенно у человека, который держит в кулаке весь район. Это просто мешает работать. Не хочешь ли чаю? Сам собирал купаж. Скажи, ты знаешь, как боевая зона превратилась в Доктаун? Может, хватит о политике. Давай перейдем к делам. Дело, разумеется, черный сапфир. Крепость Хансена под охраной лучших солдат. На нижних этажах казармы, на верхних – декаденский рай для богатых и знаменитых. Должен сказать, получить планы здания было непросто. Полковник Хансен стережет тайны своего отеля, как самый настоящий пес. Впрочем, на все есть свои методы. Ты помогаешь моим клиентам, а они отвечают услугой на услугу. В результате выигрывают все. Я перешлю тебе планы небоскреба. Даже укажу, на что обратить внимание. В знак благодарности. Сведения мне передали, конечно же, в обстановке строжайшей секретности. Никто не знает, что ты ими владеешь. Я трепетно отношусь к конфиденциальной информации, в отличие, скажем, от покойного мистера Дешона. На этой щепке подробная карта и описание черного сапфира. Теперь у тебя есть все, чтобы попасть туда и выполнить задуманное. Только позволь предупредить, даже с такой подготовкой войти будет гораздо проще, чем выйти. Берегись. Спасибо, Хэнс. Надеюсь, на этом наше сотрудничество не закончится.
Видишь ли, скоро должны поступить новые заказы. Опять что-то связанное с политикой? Доктаун полнится возможностями, а его закулисье – с заговорами и интригами. Если начнутся перемены, неизбежные и неотвратимые, кто-то должен подготовить плавный переход в новую реальность. Ну тогда буду ждать этих новых заказов. Я выйду на связь совсем скоро. Соскучиться не успеешь. Ви, что бы ни случилось в «Черном сапфире», постарайся остаться в живых, хорошо? Там сходятся бурные потоки местной и мировой политики. Сильные потоки. Значит, постараюсь сначала найти Брод. Пока, Хэнс. Хэнс дал мне чип с данными о черном сапфире. Можно действовать. Прекрасно. Перешли мне... Не бойся, у нас защищенный канал связи. Ушло. Лови. Спасибо. Все получил. Сейчас отправлю Алекс. Как разберешься с делами, приходи в мотылек. Если меня там в тот момент не будет, подожди. До встречи. Ну, твое здоровье. Сейчас бы я тебя не узнал, если бы встретил. В твоей комнате такой же бардак, как в тот день, когда ты... Я тебя, наконец, с Софией познакомлю. Она такую баклаву печет. Блин! Ви, что с тобой? Пойдем. Ничего, все в порядке. Сядь. Чем тебе помочь? Забей. Я уже почти привыкла. Это из-за биочипа? Да. И с каждым днем все хуже. Жить мне осталось не очень долго. И часто у тебя бывают такие приступы? Сложно сказать, но никогда не знаешь, какой из них станет последним. Тяжко тебе. Да не то слово. Смерть все время дышит в затылок. Мне знакомо это ощущение. Готовность умереть в любой момент? Именно так. Я никому об этом не рассказывал, но... Помнишь, я говорил, что меня пытались убить? Иногда мне кажется, что все-таки убили. Можешь пояснить? 7 лет назад на меня совершили покушение. Да, ты говорил. Расскажешь, что случилось. Я лежал в палате для особо тяжелых и ждал, когда киллер Арасаки придет меня добить. Меня сдали свои же. Фру. Я говорю «сдали», хотя на самом деле меня продали. Сдали врагу в знак перемирия. Я стал разменной монетой. Война не кончается сама по себе. У мирной жизни есть цена, кто-то должен ее платить. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Погоди. Они тебя предали, а ты до сих пор на них работаешь. Даже глубокие раны в конце концов затягиваются и перестают болеть. Только ноют иногда. Идем. Спустимся на лифте. Куда мы идем? На прогулку в прошлое. Посмотрим на кое-какую рухлядь.
Никак не могу поверить, что Алекс додумалась открыть бар прямо над нашей старой явкой. Всегда считал ее чувство юмора специфическим. А где она сама? Ждет внизу. Заканчивает собирать данные в городе. Мы можем немного отдохнуть, пока она не вернется. 7 лет назад мы выключили тут свет. Пора зажечь его снова. Конец войны — это всегда смутное время. Все торопится подчистить хвосты. Одного из моих людей взорвали в машине. Другого отравили. Третий получил пулю в затылок, когда покупал сигареты. Еще кое-кто просто исчез. Каждый вечер мы ждали, что сюда вломятся агенты Арасаки. Мне надо было принимать решение. Я решил, что мы остаемся. Я верил, что мы еще сможем выиграть. Не знаю, чем это оправдать, смелостью или глупостью. Не исключено, что я не готов был сдаться. Или я просто не умею проигрывать. Так или иначе, нам удалось спасти часть агентов. Правда, ценой моей жизни. Называй это как хочешь. Но я считаю, что твое командование воткнуло тебе нож в спину. И спасло многих моих людей. Играешь во взрослые игры? Будь добр отвечать за последствия как взрослый. Забавно, что из всех кандидатов именно Сойки сказали меня убрать. Стой. Убрать в смысле, она реально пыталась пристрелить тебя? Не сама. Она, скажем так, открыла дверь тем, кто был готов ей помочь. Я уезжал из города, а Сойка еще оставалась. Как раз в этой самой комнате. Она вела меня по связи. Прямо в ловушку. Это было ее последнее задание в Найт-Сити. После него ей разрешили вернуться домой. И ты все равно согласился ей помочь? Почему? Потому что так было правильно. У меня была масса времени, чтобы обо всем подумать. В приближении что-то проясняется, что-то расплывается. В итоге ты понимаешь, что для тебя по-настоящему важно, а что и говна не стоит. Сойка из моего круга, и этого не изменит ничто. Блин, Рид. Если у меня к кому-то и есть вопросы, так это к Майерс. Против Сойки я ничего не имею. А что с Майерс? Что я пропустила? Экскурс в прошлое. Если все готово, давайте начинать. Я проверил то, что сказал фигурист. Оказалось, что он сказал все правильно. Я просмотрел отчеты по операциям, в которых участвовала Соми. Они были в таких архивах, что даже с моим уровнем доступа было сложно их получить. Все ее задания касались черного заслона. Все приказы и назначения подписывал один и тот же человек. Розалинд Майерс. Представляю, каково ей будет, если это выплывет на поверхность. НСША — это маленькая страна, которой управляет женщина с большими амбициями. Иногда ради них она забывает о благоразумии. У нас нет времени обсуждать ее проблемы. Алекс, ты что-нибудь узнала? О, не торопись, Рид. Сейчас все распланируем. Скажи, Ви, ты любишь красиво одеваться? Нет, я больше люблю, когда ничего не давит. Ух, сочувствую. Придется немного потерпеть. Я узнала, что вечеринку почтит своим выступлением некая поп-звезда. Туда приглашены все, кто хоть что-то из себя представляет. И вы в том числе. Приоденетесь и пойдете тереться между випами. Сразу предупреждаю, это только звучит просто.
Готова слушать мой план? Давай, выкладывай. Черный сапфир – самое охраняемое место во всем Доктауне. Но это не значит, что туда нельзя попасть. Ви, ты проберешься внутрь по затопленным туннелям. У меня есть хороший костюм для дайвинга, как раз на тебя. Вода чуток ядовитая, так что постарайся его не порвать. А что с Ридом? Как раз хотела сказать. Он тоже там будет, конечно. Как выглядит отель, ты уже знаешь. Его довольно тяжело проглядеть. Вот здесь затопленные туннели. Они ведут в здание. Теперь внимание. Тебе нужно найти терминал, подключиться к нему и взломать камеры, чтобы Рид прошел внутрь незамеченным. Вы подниметесь на разных лифтах. Вот они. Рид откроет тебе путь на свою сторону. По-другому там не пройдешь. Скорее всего, охраны будет много, поэтому ходите на цыпочках. Точной информации мне не дали, так что вам придется импровизировать. Вы должны встретиться здесь. Сразу же после этого наряжаетесь, как на выпускной, и вперед. Там вас должна будет найти Сойка. Все ясно? Ага. Супер. Теперь про оснащение. Не торопись. Бери все, что в теории может пригодиться. Еще возьми подарок из коробки. Твоя пушка? Ага. Ее Величество давно мечтало вернуться на службу. Спасибо за доверие. У меня вопрос насчет Хэнса. Что он запросил у тебя в обмен на свою помощь? Он хочет посмотреть, как распределяются политические потоки. Абсолютная власть Хансена в Доктауне ему невыгодна, поэтому он пытается уравнять силы. Политика. Куда ни пойдешь, везде одно и то же. Знаешь, если бы не ты, у нас бы не было подхода ни к черному сапфиру, ни к Сойке. Хорошо, что ты на нашей стороне, Ви. Так что мы готовы? Думаю, что да. Я еще посижу тут. Встретимся на месте. Тут на каждом шагу воспоминания. Запылились, конечно, но сохранились неплохо. А что мы сделаем с этим домом, когда я перееду в Монако? Может, хочешь тут закрыться и копаться в старых железках, пока не посинеешь?